Привет, друзья, ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Власти Объединенных Арабских Эмиратов приняли историческое решение. Они утвердили сразу несколько поправок в местное жесткое законодательство, которые направлены на усиление светских норм. Речь идет о пересмотре ряда исламистских законов, действовавших в стране. Они касались штрафов за распитие алкогольных напитков в общественных местах и оправдания за убийство женщины под предлогом защиты чести. О главных нововведениях в ОАЭ 9 ноября пишет государственная газета The National. Отмечается, что новые законы уже вступили в силу. Новые законы ОАЭ предусматривают смену штрафов за употребление алкоголя в общественных местах и хранение алкоголя дома. Теперь жители страны и гости Арабских Эмиратов, которые старше 21 года, могут пить, хранить и продавать алкогольные напитки без лицензий в своих домах и разрешенных общественных местах, не подвергаясь уголовному наказанию. Ранее приобрести спиртные напитки или пиво в ОАЭ можно было только в барах и клубах. Однако для покупки алкоголя в магазинах, его транспортировки и хранения дома нужно было получать специальное разрешение у властей. Еще одно нововведение касается запрета на сожительство мужчины и женщины, не состоящих в браке. Несмотря на то, что это противоречит нормам шариата, людям разрешили проживать вместе без оформления брака. Принятие этого закона важно прежде всего для иностранцев, которые хотят жить в ОАЭ, но не являются супругами. Иностранцам также разрешили руководствоваться законами своих стран, а не законами шариата, в таких вопросах, как развод и наследование. Но при этом в Эмиратах остались неизменными положения законов, которыми предусматриваются наказания гомосексуалам, кроссдрессерам, а также людям, которые публично проявляют чувства, например, целуются на улице. Но самое главное нововведение в ОАЭ касается введения уголовной ответственности за убийство женщины для защиты чести. Ранее мужчина мог безнаказанно убить свою родственницу за то, что она якобы опозорила семью. Например, если ее сочтут виновной в распутном поведении или неподчинении религиозным и культурным нормам. Теперь эти нападения будут трактоваться законом так же, как и любое другое нападение или убийство. Кроме того, для мужчин теперь ввели дополнительные наказания за домогательство к женщинам, в том числе на улице. Отмечается, что власти ОАЭ решили кардинально изменить законодательство, чтобы закрепить принципы толерантности в обществе и укрепить позиции страны как центра для жизни и работы. Таким образом, в Дубае готовятся к всемирной выставке, которая будет проходить в октябре 2020 года и привлечет в ОАЭ до 25 миллионов иностранцев. Как сообщалось ранее, в Саудовской Аравии разрешили женщинам и мужчинам заходить в рестораны через общий вход. Ранее в этой стране каждое заведение обязано было иметь два входа и раздельные зоны питания. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать свое мнение в комментариях.